Ну, в общем, я включил. Спасибо. Что-то там записал в Discord. Ну, все, все сделано. Sup, people? Нашел все-таки добрый человек, который готов сыграть за, на деньги. Правильно. FT7? FT7. FT7 на 500. FT7 на 500 Re. Пока ничего показывать. О, будет сейчас редкий случай, оба игрока в наушниках, я буду говорить негромко, они меня не услышат. Ага, почти профессиональный стрим. Хелл, хелл, трейд монету, поза Джонни. Настал развивать 6 их, вбегает, удерживается в подкат, оставляет Кседа в углу за счет своего бурста, дропец. Прошлый стан-блока выходит из угла Ксед. Так, неплохо, но дроп. Эпидемия, готов к напрыжке. Ох, третий мистфайнер, тоже хант. Комба после, до комплишена. Диджей. Уверенное начало, всего пол жизни успел потерять. В этот раз монета не стрейданула, а запанишит, сандипер не вышла. За дистанции. Отлично монет сейчас перебила, начавшийся уже был дипер. Звездочка. Хороший 5 панч, чтобы залетающего остановить. Попытка была посетапить бросок бурста, но сет бурстнул позже. Расставляют грандеры по карте. Нарывается на башмак. Рава не было уровня, теперь есть. Тратит монет. Последний осталось. Этого слэш, но не сконформлен. Хороший бэкдэш. Дальний слэш. Сопель УРЦ, неудачно. Фрейм-трэпчик заблочен. Ох, как он. Горит сиберблок. Чё в офлайне творится? Туман УРЦ. Оппонент привычно паникует. Монетка. Вышел фрейм-трэпчик. Второй уровень заряжен. Ты теперь третий. Очень надо быть аккуратным, Кседа. Дальний слэш, вихнут, наказан. Грайндер на экране. Но Райан просто даже без нормала. Просто идет на Кседа, тот отходит назад, но вот успешно прорывается обратно вперед. Хороший вперед панч. Продолжение за FC. Тут больше скорее оценит для дамага, а для корнер кэрри. И таки доковырял. Следующий раунд. 5 монетки не сработало. Подкат. Контрхит не продолжен на мяша. Трейд монеткой. Empty в лоу. Хорошо поблочил, но не перевел вовремя блок вниз. Не так много, правда, всех поимелся там. А теперь имеют уже его. Но отпускают. Станы чуются. Хороший опять 5 панч, как только Ксет пересек границу. О, нет. Только залетел за шиворот. Бросочек. Мини-комбо в конце. Пока довольно, насколько я помню, неинтересный. Ну как сказать, нестабильные комбо у Джонни с броска, кроме угловых. Поэтому там больше, чтобы поиметь второй уровень. Бейт ДП.
дальним нижним ударом, который тяжело подцепить, с учетом того специфики хитбокса ДПшного. И раунды выровнены. Разменчики. Опять сандипер под монетой. Опять прыг в лоу. Оппортунистский довольно бурст. Наказание было слабое, но сейчас посильнее уже. Атаварин в углу. Лицу таки сработал. Он Десмо даже в чате есть. Нифига себе. С возвращением. Тем временем Ксет пролетает над гнездом вороны. Возвращается с нормалами. Хороший блок, но переоценил ситуацию Рава. Там не настолько все замечательно на стенблоке. И сет выровнен. По крайней мере, сухих побед не будет точно. Монета в этот раз сработала. Неплохо. Кай уложен спать. Не аманечен, правда, но тут и второго уровня хватает. Я даже не знаю, выглядело как бурстбейт или как попытка загипнотизировать. Опять сандипер под монетой. Прыжка поздняя сработала. Очень хотел хитро сделать. Прыжка в гридсибу. Но Дэдэнгл перебил. Пока, правда, все еще тяжелая ситуация для Райл. Из одного угла он залезает в другой. Сопля конфермится. Камбы кобятся. Отпанишен дипер, заряжено ружье. Ох, 2 хс кондора, это будет очень больно. И тут еще можно и бурснуть не там. Золотой дождь. Опять ружье. Даст камба. Видимо, хотел попробовать накидать максимальное количество хитов. Супер. Попадает. Будет ли консел? Будет. Монета. Золотой бурст не помог. Не все то золото, что бурстит. Набег 6 панчом, 6 хс, ДП слишком далеко. Хотел, видимо, контр Абары от Рейвена перебить этим ДП. Но Рейвен не стал сваться. Два дусты и полеты на своих транспорте, и потом вдруг бросок. Заряжен второй, третий. Положен. Хотел немножко похитрить, прыжка в лоу, но Сет просто нажал бросок. Перехватил ситуацию сейчас. Какая-то по вейкапам, не хуже всякой мили. Очень был хиситейшн маневр. Подошел на слэге, комбат с двумя суперами. Нет, все-таки с одним. Да. Ну что это сказать? Добавить нечего к увиденному. Нарезают пока. Дустец заблочен. А вот 2 хайс нет. 5 кик. Облетел он. Верст, но без наказания. Но вообще раунд выглядит хорошо. Да и бой весь этот. Дэдэнгл. Опять гритсибу. На волоске. И вот этот волосок рвется. Дос-дос. Перед панч, дек. Монетка, лошиврат. ДП зифнут, но наказание не задалось. 6 панч блок, хорошо. Неплохой, ой, какой дев. Влез все-таки в фреймтар с ДП, в этот раз сработало. Прыжка в лоу не сработала.
пытается сдержать в углу. Хороший ДП за попытку убежать. Но все-таки убежал. Бросочек. Ближний слэш в комбице на контр-хите. Красота. Хороший стагер эскейп. И можно включать тему Гайла. Или нельзя? Вот приходится отдать бурт за попытку говорит Сибы. Третий мистфайнер был слишком короток. Хороший вышел раунд. Сету пришлось потратить бурст. Хитрое начало с подбега прямо в бросок. Стандипер, потом налет. И вынужден бурстить уже рейв. Немножечко футсей. Лоу. Миксных блоков много. Стандипер, паниш. Опять же, паниш не задался. Стандипер в дэш. Грид Сибы не работает пока у Кседа в оффлайне. 2 хс в контрхит не привел ни к чему, а ДП Кседа привел к тому, что Рейвенс оказывается в углу. Отлично контрится от монетой. Нокдаун, низкая сопля, поздний ердэш, заряженное ружье. Ох, что-то там было нажато такое. Скорее всего, не вышедший ДП. Комментирует призрак коммунизма. Зацепился все-таки за раунд. Хорошее начало от Кседа. Пока что 6 панчева там не подводил. Трейд монеткой. О, Грицидер первый прошел. Комба после него, конечно, не сколько больная, сколько обидная. Деденкл забейчен. Паниш маленький, но под сетап выводит хорошо. Отлично опять среагировал на яды монетой. Низкий сопель. В этот раз была попытка шиме в бросок, но Кед бросил раньше. Заряженное ружье. Сандипер паниш. Не хватило на трэжа хантер. Чуть-чуть теншена. Ой, Сандипер даже под средний. Давай, это удастся. Давай, Жень. Под средним мистфайнером прокатил сейчас. Опять сейчас панч, в этот раз комбу даже. Just Defender, неплохо. Монетка, даже в лоу. Зарядка второго пока. Отличный сетап на броскан. Ксет бурстит, не хочет он в лоу там оседать. Но его никто не спрашивал, он все-таки оседает в углу. Хорошо, сейчас разглядит он фотографию своей жены. И полежит, подумает, такашечка заблошена. Стандипер РЦ, конечно. 6 хс прессинг, да, заблочен, отлично. Но все-таки смог вскрыть эту консервную банку Ксет. Опять внезапный стандипер. Дальний слэш. Ухаживает со средней дальней дистанции всякими прожектайлами нормалами Ксет. Ой, 6 панч очень хороший, сейчас клочево вышло. Низ хс контр, в этот раз конфермится. Но не до конца. Брастан. Ух, не то пихнул Ксет. Было от реджектен. И еще и сбурстил неправильно. Ведь это первый раунд. И завив и бёрстом теперь до конца. Ну, где-то до конца третьего раунда остается без бурста. А третьего раунда может и не быть. Дело с бурстом такое. Ценный ресурс, который легко потратить не туда. Гритиба сработала. Комба, правда, дропнута, но Джонни остается пока в углу. Пока в блоке. Сумел он в прессинг зарядить монетку. Ритсибер прошел, но не больно. 2 хайс контрит стандипер, не в комбу. Была попытка бурст бейта, но бурст пришел чуть позже. Когда его уже не ждать. Так, комба под миксап. Адена налетает он на деденгл. И Ритсибой перебивает 2 даст, насколько я заметил.
Грипсибер. Недооцененный фудси инструмент. Отлично поедает нижние и средние атаки. Отзеленился сейчас неплохо Ксет. Вынудил Дэйвена сближаться, а за эту попытку сближения он как раз и поплатился. 6 кик-вифейт, много вифов, мало паниша этих вифов. Очень больный контр-хит. И полжизни. Вот, ТКшечка в какашечку. Комбас с фотографиями. Очень уверенно идет сейчас по этому раунду Райан. Стандипер, РЦ и бросок после. Интересное решение. Бросок за БШ. Самыми различными методами сейчас Ксет обошел блиц-шилды и бросил за него, и лоу пропихнул. Показал нам он, насколько это ненадежная опция против Кая. Отлично, опять был очень густ. И не мытьем, так катанием сравнивает сет. Браво. Посмотрим, с чего начнут бой. Набег в лоу и прессинг. Все отблочил, и Ксет уходит на заранее подготовленные позиции. И, к сожалению, попадает стандипером в блок, теряет не так много, но уравнено теперь заряженное ружье. Что-то он там подзапорол, но этот супер не так уж наказуем на блоке. Бурст попадает в ДП. Хорошо. Про бурст Кседа такого я уже сказать не могу слово. Опять перебивается 2 хс стан дипер. Опять не в комбу. Но туман позволил почти добить Кая. Влетает без удара и ставит лоу. За счет этого заставляет Равина поблочить. Тут еще и мистфайнер не попадает. Какой сейчас клочевый был блицшил. И таки выманен Драгон Панч. Выманен и наказан. Даст, но среагировал, все хорошо. Два даст, ответочку. Зарядка ружья. Пошел прогрев Кая. И комбо. Комбо джоп. Все тратят весь тет на зеленку. И до определенного момента это ему помогает. Но теперь придется платить по счетам. Уложен в угол. Не заряженный мистфайн. Вот ОТГ монета не вышла. Стандипер. Двойной такой был. С двойным заиканием сетап на бросок. Мне понравился. Заряженное ружье. Немножечко многоватый дэши из стенса. Налет соплей. И Ксет благодаря этому блоку смог быстренько перевести ситуацию в свою бросочком. Ох, какой прикольный бросок. ЗРЦ удлиняет, вифает и бросает за бэкдэш еще разок. Отстреливается с акридеджами. Попытка была выхватить, но далеко от блока. Так, мистфайнер, комбо. Будет ли нокдаун? Будет. Заряжено. Техтрэп там был, но не сильно больный. Ксет выбегает с угла, но сейчас его, похоже, будет класть туда обратно. Так и есть. Выманил ДП. Неплохо буст помог. 2 хс срабатывает. И только стандипер, верный друг. Была попытка впрыгнуть в лоу, но впрыгнул в бросок. 4-3. 4-3. Да. Правильно, не следи за счетом. Хочется напоминать, как наги периодически. Опять начало с отстреливаний.
Instant Zipper, Instant Block. Пока нету уровня у Джонни, этот Instant Block не так много и дает, но с другой стороны, Tension Pulse ускоряет. Чё бы не. Фрейм трэпчик. Дальний 2 слэш, конвертится. Treasure Hunt. Treasure Hunt. Эх, вот. Не отрекаврился, потому что 3 места. 2 слэш, перебивает быша. Ша-пша. Перебит быша, отлетела душа. Ух, бросок. Бесстрашен. Дроп комбы. Скоросапил. Показывает, прыгал. Вынужден отдать бурст к сет. Бэкдэш был добран соплей, но... Не такая страшная вышла ситуация, как могла бы быть. Хорошее действие от Кседа. Окатывает плазмой шляпника. Вот только теперь он смог выбраться. Даст хит, причем в контр. Это была попытка перебить. Ух! Выманил таки ошибку у противника и довольно эффектно панишил, просто монеток не хватило заряженных уровней, скажем так. Но выходит не все. Трейд монеты. Дальний слэш. Отлично бэкдэшился от взлета. Но вифнул. Оп. Оба игрока были слегка замешательства. Первым замешательство вышел, сами видим кто. Третий уровень заряжен, бросок. Делается бурст, не сколько избежать дамаг, сколько выйти из угла. Третий уровень мистфайнера потрачен. Отбэчен ДП с помощью лоу-профайнного в этом месте удара. Суть, короче, кайфского ДП в том, что он плохо цепляет тех, кто низко находится. Поэтому если выкать его длинными лоу-ударами, которые особо от земли не торчат, то просто он вифает по ним и улетает вверх. А если остается на земле, то вы его выкаете лоу-атакой. Знание матчапа, короче. В двух шагах от победы. Один. Четырех другой. Чудовищные денежные суммы на кону. Отличная реализация контрхита. Немного дропнутая после, но ситуация остается здоровой. Как он эффектным финди-боблем так залетел в угол, но реализовал это в свою пользу. Хороший бэкдэш в кик. Двойную монета, пикнули обе, но на помощь пришли гуси. Гуси, га-га-га. 500 рублей хотите? Да-да-да. Ну так как-то 7 берите. С помощью трейдов удачно заряжает Райан свой бестфайн. Кседжи неплохо реализует различные уровни атаки, чередуя атаки с воздуха. Из болота. УРЦ успел. Зарядил себе ружьецо. Контрхит он превращает в бросок. Ситуация была задумана как тикс атак. Отличный БДП очередной. Очень далеко был бурст. Дроп комбы, но... Монеточка. Хорошо и выйдет. Вперед панч. Да, нокдаун. Сбежал слоу. Стагер комба хорошая. Бросок. Чуть перемудрил. Сет, наверное, с сетапом. И тоже сделал бросок с другой стороны. Шесть конкрет. Мистфайнер заряжен.
Ух, ХС контр, но нет, конфермлено. Два ХС контр, конфермлено. Так, комба оканчивается. Выманил многоглазие, и сейчас будет паниш, конечно, там очень большой минус. Гуси. Несмотря на это, все равно был дан шанс Кседу бурснуть. Но это все, что у него есть в этом бою, это шанс. Очень хорошо он подлетел. Ох, и говорит, Сиба не помог. Каждый трейд сейчас не в пользу Кседа, чем бы он ни трейдил. У него слишком мало жизни. И рано или поздно. 6-3. Можете у меня спрашивать, я лучше знаю. Так, в шаге от победы. Проверенное время начало с 6 панчом. Райан дефенсился и уже реализует свои атакующие действия. 2хс сейчас хорошо схарчил нижний удар. Охаживает ударами застрявшего в углу Кседа. 6хс в трэжу. Фотографии пошли в ход. И даже what's my name. Бич. Стандипер. When in doubt. Бэкдэш настигается мячом. Еще один бэкдэш был тоже настигнутый. Но очень слабое наказание. Райану всего, что не хватало, это всего лишь блиц шелда и продаст. Это сетпоинт для него. Во! Все, в дело пошли самые лучшие сетапы. Гурит Сиба прямо со старта. Два дэша в чужой бросок. 6 панч зато. Ну, дроп. Ох, второго, про второй удар забыл, кстати, что есть на подсекание. Хороший блицшилд и все сделал правильно Рейвен. Помимо выхода на паниш, он еще и разменялся углом с оппонентом. Лавирует между прожектайлами. Не довылавировал. Сетап со звездочкой на затылочке. Дедэнгл. Прессинг с монетками. Скрывается Ксет. Не до конца был доведен. И опять начинаются уклонические действия в исполнении травы. Все-таки он откусил немножечко с лопаты. Все, еще на сетпойнте. Только что ситуация по раундам выровнялась. Из последних сил опять 6 панч со старта. Второй уровень мистфайнера. Прыга. Ой. Даже брусбейтом это не назвать, потому что бурста нет. Сунулся в башмак. Получил форшмак. Напитан комбой. И даже положен. Перемудрился Рава немножко. Был брошен. Взъерошен. Но не отъебошен. Посмотрите, это лицо человека, который только что выиграл свою половину месячной зарплаты. В Москве играют по-серьезному. Боюсь, да, боюсь спросить, насколько они играли. 100 рублей. Все, в общем, видите, вот можно 10 боев с Равином сыграть на самых серьезных щах, стоит всего пятихатка. Дешевле, чем у Дайги, на самом деле, намного. Так что, good value. Всем спасибо, всем пока. На этот нажми только, пожалуйста, остановить трансляцию.